У меня, блядь, 8. Что? Так, 40, 80 сейчас патронов еще осталось. Мне отойти надо, короче. Куда? Надо за сестрой. Ну, встретить сестру. Чего? Предлагаешь мне одному заняться этим делом? Ну, не знаю, я, ну, я через минут 20 буду где-то. О, утро, что ли? Да, утро. А ты там? Да. Смотри, вокруг, может, где-нибудь рюкзак валяется, блядь. А, ну. Унесло. Может, его просто сдуло так, это, куда-нибудь в сторону, блядь. О, тут двери открываются. Пришел этот. По хате ходит. Да ты чё? Сейчас строить будет. Таня, ты где? Я здесь, если на Ландина. Пошли. Там по хате, говорит, ходит. А, ну вот, видишь, он, наверное, чинил, сука. Откуда выбежал? Ну, бегает, бегает. Он сейчас дырки будет заделать, его надо ебать, как раз к дыркам подходить будет. Блин. Не уходи пока никуда. Он в дом забежал. Убил, дверь открытая. Быстрее давай, сюда идите. Давай. Он сейчас рейснется. Дверь открытая. Быстрее сюда, убил его. С какой стороны? Да туда же, где взрывали. Быстрее, он сейчас ряснется на этом. Я бегу. Бля, быстрее перематывай. Сейчас, сука, 8 хп, блядь. Такой, блядь, клейм. Бегите быстрее. Блядь, быстрее, сука. Он уже реснулся. Блять, я еще бежать не могу, сука. Так, ремува. Ой, хорош. Топовые давай, эти. Давайте быстрее. Клейм не снял? Не, подожди. Саня там у тебя рядом. Давайте, хлопчики. Клейм, стелс. Стелс? Просто стелс? Да. Я здесь. Давай. Теперь он может с любой стороны. Шарфейс. Дверь открылась. Какая дверь? Внутри, в доме. Тут вторая дверь, тут машина. Сейчас, с какой стороны будет выезжать, интересно? Да не, идите ко мне, заходите, он не выйдет. Ну, тут один вход. Заходите. Что он рубит? Не знаю. Что разрубует. Блядь. Это выход какой-то разрубает. По-любому. Короче, я убегаю. У меня 5 хп просто. Бля! Он тут. А, это с Android, сука. Давайте я обоссался. Я пойду отнесу. Не знаю. Дверь опять открылась, или да закрылась? Заходите туда. Заходи, тысяч, туда. Просто окружите его. Там просто один вход получается. Не-не, там две двери. Сейчас я отнесу М1, и юмпик, и три замка, и топовые эти шокеры. Что-то он там делает. Прикладывает. Смотри, подсидите, мы же сейчас going deep устроим. Люд. Доме. О. Да. Галь там аккуратнее. Да я подкратываюсь. Он то зайдет, то выйдет, по ходу дела.
Мурнчи. Угу, так, я понял. Куда выход? У него больше выхода, получается, нет. Один выход только. Я могу забайтить его. Чем? Мы с тысячем можем забайтить, убежать вдвоем. Что делаем? Подожди, в смысле забайтить? Ну мы такие сидим и типа вдвоем хоп и убегаем. Он думает, мы убежали, типа. А с Android контролит выход. Выход у него, выход-то, блядь, есть вот внизу, здесь выход, где дверь открыта, где ты замки снял. А Саня с другой стороны. С другой стороны такая же дверь. Ага. Да. Ого, продуманный чувак, да? Да. Так, ну а ты можешь сесть там, где я замки... А, ну он тебя услышит, как ты кросса будешь. Да. Такое, короче. Можно посидеть сколько времени? Дверь открыл. Блядь. Сишку, не сишку, это флешку кинул. Флешку, да. Куда он себя кинул? Получилось, да. Наверное, через забор. Он, наверное, хотел... Я могу ему сейчас гранату ее... Не-не-не-не, он, наверное, хочет, типа, ослепить и выбежать на характере. Угу. Стелс, блядь. Что за стелс? В мою сторону было, но... Сука. Маловато. Это предупредительно, я так понял. Еще одна, да? Ага. Но она даже не слепляет. Что-то непонятно, нихуа. Дом зашел. Да. Мне кажется, сейчас гранаты нормальные пойдут. Что делаем? Ждем? Срываемся? Да, ждем. Да, еще минут 20 там. Нёшь тоже как бы. На, да. Тебе надо завтра на работу? Ну да. Ну, пошли тогда. Тихо. Стелс, выходи по стелсу. Стелс, выходи по стелсу. Да посидит, чем мы сидеть будем? Вот я прото. Куда? Что делать? Побежали нафиг. Ну зачем? А чем? Будем сидеть ждать его до 12? Опять дом зашел. Какой-то он неуверенный. Дежурный электрик. Где-то с вашей стороны. Да, где вышка? Я не слышу. Я вообще... Понятно, Виталь, ты вышку видишь? Да. Я к ней сытый с ним. Тихо. Дрон летит. Чур меня. Он куда-то в город полетел. Ебанутый дрон. Ну просто плохо. Бывает. Зарвет. Снайпер есть? Да.
Видишь лестницу, которая на дом? Сейчас буду видеть. Смотри, в дом зашел. Да, я буду ее контролить сейчас, короче. В доме. Угу. Ну что, выхожу тогда? Слава тебе, господи, блять. Так этот дрон хлопнулся. Такое. Не знаю, чем можем остаться с тысячем. Ладно, я убегаю. Сидеть. Вы сами смотрите. Пусть он подумает, что типа я убежал. А можете посидеть его почекирить. Я сижу. Оружие есть у вас или оставить что-нибудь? Есть. Да, есть. У меня два рожка еще. Короче, пойду его разберу. Иди, а если он будет выходить, я его ебну. Ага. А ты где? Я ползу. Ладно, все. Так, давайте, до завтра. Давай, давай. Опа, тело исчезло. А, нет, это бог. Да, чтоб он не выбежал. Вот смотрю. Нужно машину ему взорвать. Такое, напакостить, так напакостить. А нет. М? Может, забор снесет. Машина? Да. Ох, ебать, тут мин нахуй у него. Это он хотел... Где? В рюкзаке. Нормально, то что мы потеряли, может он нашел наши мины. Нет, тут эти мины, именно вот эти армейские, вот эти противотанковые. Ты поставь против него-то там, блять, одну закопай как-нибудь. Блин, а ты думаешь, она это сработает на него? Блять, ты же под его флагом, какая разница-то? А, ну или, блядь, я не знаю, как. Я вот не знаю вот этого. Бля, короче, нам надо сябываться. Я тут оставлю у него минку одну. Если она сработает, то сработает. О, тихо, тихо. Тихо. Бежит, бежит. Так, он что-то там хочет предпринять. Угу. Давай, короче, побежали. Тихо. На, нахуй. Погнали. На, еще тебе, сука.